Добрый день! Это видео продолжает рассказ о культуре средневековой Европы, о христианстве, в частности, о священном писании Библии. В прошлой публикации цикла мы разобрали 13 главу Откровения Иоанна Богослова. В начале 14 главы Иоанн видит Агнца, и с ним 44 тысячи персонажей, играющие на гуслях перед животными и старцами новую песню, которую никто, кроме них, не мог выучить. Их автор описывает так. «Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим». Апокалипсис 14:4-5. А вы никогда не задумывались, что девственники нарушают самую первую заповедь, данную Богом людям в первой главе первой книги Библии «Бытие»? «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». Бытие 1:28. Да и Иисус во время своего земного существования не опровергал эту заповедь. Потом Иоанн увидел трех ангелов. Первый обладал знанием вечного Евангелия, чтобы рассказывать людям. Он говорил: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Апокалипсис 14:7. Второй приводил в пример Вавилон, который пал, потому что яростным вином блуда своего напоил все народы. Апокалипсис 14:8. А третий обещал гнев и ярость Бога за участие в процессе торговли. Помните, в прошлой главе говорилось, что без специальной метки никому нельзя будет ни покупать, ни продавать? Апокалипсис 13:17. Вот за наличие такой метки и обещаются разные мучения. Получается, собрался человек за хлебушком и согрешил перед Богом. Или не собрался, не согрешил и от голода умер. Видимо, второе, потому что дальше добавляется фраза «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Апокалипсис 14:12. Тоже подтверждают и слова голоса с неба, который велел автору записать. «Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Апокалипсис 14:13. Иоанн увидел на небе некоего персонажа, подобного сыну человеческому. Он сидел на облаке в золотом венце и с острым серпом в руке. К нему вышел ангел и сказал: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Апокалипсис 14:15. Он так и сделал. Потом вышел другой ангел с острым серпом, а к нему обратился третий ангел, сказав: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Апокалипсис 14:18. И этот тоже так сделал. Обрезал виноград на земле и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптаны ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Апокалипсис 14:19-20. Вероятно, это и есть описание конца света, когда Бог и ангел убивают людей. В 15 главе описывается новое видение. Иоанн рассказывает о семи ангелах, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. Апокалипсис 15:1. Он снова видит стеклянное море, вероятно, то же, что уже описывалось в 4 главе. Но теперь оно смешано с огнем.
На нем стояли победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его. Апокалипсис 15:2. Они держали гусли и пели песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. Апокалипсис 15:3. Обратите внимание, имя Моисея есть в этом списке и даже стоит перед наименованием Агнца, что бесспорно указывает на не меньшую важность ветхозаветной части Библии, чем новозаветной для христиан до самых последних времен. В песне прославлялся Бог и утверждалось, что все народы придут и поклонятся пред тобою, ибо открылись суды твои. Апокалипсис 15:4. Автор увидел, как открылся храм скинии свидетельства на небе. Апокалипсис 15:5. Из него вышли 7 ангелов с 7 язвами. Они были одеты в чистую белую одежду с золотыми поясами. Одно из животных вручило им 4 чаши с Божьим гневом, в связи с чем храм наполнился дымом, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились 7 язв 7 ангелов. Апокалипсис 15:8. В начале 16 главы громкий голос велел ангелам вылить чаши на землю. Первый вылил на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Апокалипсис 16:1. Второй вылил в море, вода стала как кровь, и все в нем погибло. Третий вылил в реки и источники, где вода тоже стала кровью. Любопытно, что после этого заговорил ангел вод. Стоит предположить, что есть ангелы, которые управляют стихиями. Или есть только ангел, отвечающий за воду. Интересно, зачем нужны такие ангелы? Они следят, чтобы реки текли от источника к устью, а не наоборот. И чем они отличаются от дохристианских богов стихий, кроме того, что подчиняются единому Богу? Так вот, этот ангел вод хвалит Бога и говорит, что он правильно заставил людей пить кровь вместо воды за то, что они убивали святых и пророков. Его поддержал еще один, говоривший от жертвенника. Четвертый ангел вылил чашу на солнце, что стало причиной ужасной жары, из-за чего люди начали ругать Бога вместо того, чтобы хвалить. Пятый ангел вылил на престол зверя. Его царство стало мрачным, люди кусали языки от страданий, но ругали Бога и не раскаялись. Шестой вылил чашу в реку Ефрат, и она высохла, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Апокалипсис 16:12. Как говорят толкователи, река Ефрат была границей между еврейским миром и враждебными соседями. Ее иссушение открывало для них путь к завоеванию. Однако, мне кажется, тут какая-то нестыковка. Разве в конце времен судятся не все люди? Разве зверь не объединил мир в одно царство? Тогда о каких границах и враждебных соседях может идти речь? Весь мир переживает одни и те же мучения. Иоанн описывает, как изо ртов дракона, зверя и лжепророка, о котором ранее не упоминалось, вышли 3 бесовских духа, которые при помощи знамений собирают на битву царей земли всей вселенной. Апокалипсис 16:14. Любопытная формулировка, которая отправляет нас на другие планеты. Вы же помните, что зверь поработил всех людей? У него есть престол, логично предположить, что других правителей на земле не осталось. Тем не менее, указанные правители собираются на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Апокалипсис 16:16. Это не случайное место для евреев и соседних народов. Около города-государства Мегидо настолько часто случались разные сражения, что он сохранился в библейских текстах. В переводе с иврита Армагеддон означает «гора Мегидо». Тут же рассказывается, почему рекомендуется спать в одежде. Конец света наступит неожиданно, придет как вор.
Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его. Апокалипсис 16:15. Седьмой ангел вылил чашу на воздух, а голос из храма сказал: «Совершилось». Апокалипсис 16:17. Дальше возникли молнии, громы, голоса и землетрясения. Заканчивается глава описанием последствий землетрясения. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей». И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Апокалипсис 16:19-21. На этом 16 глава Откровения Иоанна Богослова завершается. В следующем видео нас ждет 17. Ставьте лайк, если вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал «Культурология для всех». Пишите комментарии, я на них отвечу. Делитесь в соцсетях. Спасибо за внимание.